You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it for you. Нормально, русские парни собрались. Так, короче, надо надвинуть, я дам две флешки. Я сразу поеду. Что ты делаешь? Что за болит? Давай дам флешки. Не знаю, мне дискомфортно с временем. Включай. Не, в плане точно зрения, что стрель, что лагает. Это после обнов, КС. Включай, я Егорка. Ну а ты как, в смысле? Ну а ты когда стримишь, я не знаю, что ты делаешь? Я с детства никогда пиздулы не боялся. Ходил, улыбался и нормально развивался. Я встречался с ней, с милой девушкой моей. Но однажды ее парень надавал мне пиздулей, лей-лей, надавал мне пиздулей. Я ходил всю зиму синий, жить мне стало веселее. Лей-лей-лей, надавал мне пиздулей. Я ходил всю зиму синий, жить мне стало веселей. Всю зиму обиду копил на него, чтоб время не терять, записался на дзюдо. И настанет весна, и настанет теплей, и тогда я ему надаю пиздулей, лей-лей, надаю я пиздулей. Будет он ходить всю зиму синий, жить мне станет веселее. Лей-лей-лей, надаю я пиздулей. Будет он ходить весь синий, тара-та-та-ра-та-та-тай. You are my hero, you're my angel, darling. Так, ты не поднимешь звание. Да не, я подниму рано или поздно. Может, сейчас не подниму на супримах, но я подниму. Я ж поднял до лема. С венками. На самом деле, это самое четкое звание, лем с венками. В принципе, дальше можно не это... Самые нормальные пацаны играют в таком звании. Как бы на глобалах очень много просто лохов. А пацанов много на лемах, попомните. I want to ace you, пара... Я взял окно, ребят. Прикройте КТ, КТ возьму. Сидите, смотрю. Коннектор 2. Сидя. Ну... Боже мой. Окно. Лохнется, вообще залип. Это можно, знаешь, как вставляли Траволту часто, знаешь, в какие-то моменты. Теперь можно Гитрайда такого, типа, мол, что происходит такое, типа. Ну что? Бог ты мой! Это он, слева. Еще. Блин, не успел на секунду. Не, жестко. Валка. Непонятно, как мы вообще бы не закрыли. Жесткий я, да? Жесткий я! Сука, на глобале, блядь.